Уважаемые коллеги, друзья, искренне признателен за то, что в эти знаменательные дни вы здесь вместе с нами в Москве, чтобы вместе отметить 70-летие Великой Победы, отдать дань уважения нашей общей истории, ветеранам, памяти всех павших в боях с нацизмом. Хотел бы, пользуясь случаем, поздравить Нурсултана Абишевича Назарбаева с переизбранием на пост президента Казахстана. Мы уже имели удовольствие поздравить президента Узбекистана с этим же событием раньше. Хотел бы выразить надежду на то, что и между Узбекистаном и Россией, и между Казахстаном и Россией будут активно развиваться отношения, так как это было и в последние годы. Отмечу также, что Казахстан в этом году председательствует в СНГ. В Содружестве реализуется комплексный план мероприятий, посвященных 70-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. И он включает в себя порядка 60 масштабных проектов. Среди них проведение в столицах Содружества и городах-героях военных парадов, организация эстафеты Победы вдоль внешних границ СНГ, переиздание при поддержке органов Содружества наиболее значимых мемуаров, художественных произведений, публицистических материалов. Цель проводимых нами общих мероприятий – напомнить всем гражданам наших стран, прежде всего, конечно, молодым людям, о мужестве и героизме защитников Отечества, о решающем вкладе народов Советского Союза в разгром врага, в спасение Европы и мира от фашистского порабощения. В качестве важного направления совместной работы отмечу продвижение на международной арене, прежде всего в Организации Объединенных Наций и ОБСЕ, инициатив по увековечиванию памяти о войне. Благодаря скоординированным усилиям стран СНГ, дружественных государств, стало возможным принятие резолюции Генассамблеи ООН от 26 февраля 2015 года и декларации Совета министров иностранных дел ОБСЕ от 5 декабря 2014 года в связи с 70-й годовщиной окончания Второй мировой войны. Особую важность имеет и принятое осенью прошлого года обращение глав государств-участников СНГ к народам Содружества и мировой общественности в связи с юбилеем Победы. В этом документе подчеркнута значимость нерушимой дружбы и высочайшего патриотизма наших народов, завоевавших в едином строю общую победу. Выражено стремление чтить память о павших, поддерживать в достойном состоянии воинские захоронения и мемориальные комплексы. К сожалению, сегодня мы часто сталкиваемся с попытками политизировать итоги Второй мировой войны, с попытками переписать ее. Думаю, что все мы прекрасно знаем и понимаем, это покушение, как говорят, с негодными средствами. Необходимо сделать все для того, чтобы сохранить историческое наследие Победы, не допустить возрождения нацистской идеологии, идей расовой и религиозной нетерпимости. Мы все в неоплатном долгу перед ветеранами и обязаны проявлять постоянную заботу о них, быть очень внимательными к их проблемам, житейским нуждам. Нынешний год объявлен в Содружестве годом ветеранов. В наших странах приняты дополнительные меры по улучшению социально-экономических условий их жизни, материального положения и медицинского обслуживания. И, конечно, важно продолжить эту работу. И, конечно, символом нашего уважения к поколению победителей стало решение о выпуске юбилейных наград к 70-й годовщине Победы. Эта работа проведена успешно и в срок. Всего выпущено порядка 115 тысяч медалей. Причем они вручены ветеранам, проживающим как на территории государств Содружества, так и за его пределами. Уважаемые коллеги, неформальный характер встречи дает нам возможность обсудить широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. В следующем году мы будем отмечать 25-летие СНГ. Это рубежный этап в деятельности Содружества. Хороший повод объективно оценить результаты совместной работы, наметить ориентиры на отдаленную и среднесрочную перспективу. Хочу подчеркнуть, Россия заинтересована в дальнейшем повышении эффективности разностороннего и взаимовыгодного сотрудничества стран СНГ. Уверен, что в полной мере это отвечает стратегическим интересам наших стран и наших народов. Большое спасибо вам за внимание. Я уже сказал, что Казахстан у нас председательствует в СНГ, поэтому я бы хотел передать слово Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Пожалуйста.